Перед тем, как приступить к форматированию текста, его необходимо выделить. Существует множество способов выделения текста. Для того, чтобы выделить слово, сделайте двойной щелчок по нему. Тройной щелчок выделит абзац текста. Если необходимо выделить строку, сделайте напротив нее в поле маркировки щелчок левой кнопкой мыши. Протаскивание курсора с зажатой левой кнопкой мыши приводит к выделению диапазона строк. Для того, чтобы выделить произвольный текстовый фрагмент, воспользуйтесь методом протаскивания.